Ну вот и все. С точки зрения производства, интересно показать, как разворачиваются события, как история раскрывается перед глазами. Твой персонаж развивается вместе с историей. Ты погружен в эту обстановку. Это реально происходит с тобой. Очень полезно иметь настоящий Спитфайр и парочку мистершмиттов, кружащих в небе над лодками. Это наш! У них такие мощные двигатели. Наблюдать за Спитфайрами, когда они летают над головой, было просто невероятно. Где еще можно увидеть их вживую? И играть в той ситуации на самом деле и не приходилось. Нужно было лишь наблюдать за происходящим. Так просто и приятно, когда не приходится ничего воображать и додумывать. Когда вы стоите на поле боя, это само по себе безумие. А тут еще Спитфайр проносится. Зрители поверят, они просто поймут и почувствуют. Мы хотим показать зрителям реальность и дать максимальный эффект присутствия.